это слишком просто. Куда сложнее сейчас будет отбиваться от нового углового мексиканца. Та же связочка у розыгрыша. Эррера, Гуардадо, подача Эктора. Эрреры! Рафаэль Маркес! Гол! Вот примерно так, вы знаете, когда смотришь Бразилии мировой чемпионат, с бразильскими комментаторами бывает после каждого гола. Мексика! Я думаю, что это совершенно логичное развитие событий. Мексика добавила. Мексика завелась. После перерыва Мексика играет восхитительно. В атаку. И вот Рафа Маркес. Ну, казалось бы, как можно переиграть хорватов в воздухе? Кто? Кто на это решится? Между прочим, Чорлука. Ох, куда ж смотрели очи Чорлуки. Не видел он, что приходит. Беда, откуда не ждал. И вот он выскакивает из-за спины. Рафа Маркес. Мигель Эррера, а? Рафаэль Маркес. Что там про перестройку Барселоны, про новую команду? Есть, в общем-то, игроки-то неплохие до сих пор. Хороший гол. Заслуженный гол.